Первые георгиевские ленты в этом году армавирцы смогли получить 22 апреля. Уже с 9 утра волонтеры движения «Молодая гвардия» помогли жителям города приколоть на грудь символ мужества и доблести, проявленных нашими земляками в годы Великой Отечественной войны. За первые 3 часа акции активисты раздали 400 георгиевских лент. Я считаю, что молодежь должна воспитывать в себе патриотизм, и поэтому активно участвую в этой акции. И призываю всех армавирцев проявить уважение к нашим ветеранам, прицепить вот такие замечательные георгиевские ленточки. При получении ленты каждый желающий мог пожертвовать средства на лечение ветеранов. Горожане разных возрастов выражают благодарность победителям фашизма и чувствуют общую причастность к грядущему празднику. Для многих армавирцев георгиевская ленточка стала не только символом 9 мая, но и чем-то очень личным. Самый важный, самый главный праздник для России. Должны наши дети, внуки помнить про Великую Отечественную войну, про победу. Мы должны помнить то, что было и то, что есть. Должны знать историю. Это память наших дедов, тех, кто погиб в Великой Отечественной войне. Так что благородное дело делайте. В этом году акция проходит в юбилейный 10-й раз. За десятилетие она стала не только узнаваемой, но и очень популярна. Получить георгиевскую ленточку можно в 5 точках в разных районах города, каждый день с 9 до 16 часов. Всего с 22 апреля по 9 мая в Армавире планируют раздать 70 тысяч черно-оранжевых символов победы. Инна Лепеткина, Сергей Шуль, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.